Пирожное картошка все любят с детства, но в магазинах найти нормальное по составу и по вкусу пирожное сейчас очень тяжело, поэтому мы приготовим его дома. Нам понадобится самое обычное песочное печенье. Я знаю, что многие любят готовить пирожное картошка из сухарей, но тогда и сухари тоже нужно делать самостоятельно и готовить их заранее. Поэтому у нас сегодня экспресс-рецепт. Печенье ломаем на небольшие кусочки и складываем в блендер. Если вдруг у вас нет блендера, то измельчить печенье в крошку можно любым удобным способом. Например, с помощью мясорубки или даже обычной скалки. Я сложила печенье в блендер и измельчила примерно в течение 30 секунд. У меня получилась вот такая крошка. Кстати, я специально не стала измельчать слишком долго, чтобы в тесте остались небольшие кусочки печенья. Мне нравится, когда есть такая текстура. Если вам не нравится, когда попадаются крупные кусочки, тогда измельчите печенье прям-таки в муку. Затем перекладываем печенье в глубокую миску и добавляем к нему сливочное масло комнатной температуры. Затем туда же кладем какао. Теперь берем хорошую качественную сгущенку. Я всегда беру Рогачевскую, и это не реклама, просто она мне очень нравится. Кстати, коровка с кореновки тоже вроде ничего. И добавляем сгущенку в наше тесто. На такой объем продуктов у меня ушло чуть больше половины банки сгущенки. Посмотрите, какая хорошая густая сгущенка. Она буквально не истекает с ложки, как вода, а скатывается, как тесто для оладьев. Ну, наверное, с этим можно ее сравнить. Добавили сгущенку и теперь перемешиваем. Я сначала мешала тесто ложкой, потому что оно было очень сильно липкое, а потом начала мешать руками. Здесь делайте так, как вам удобно. Можно даже замесить тесто в блендере или в миксере. Главное получить однородную консистенцию. Посмотрите, каким должно получиться тесто. Оно стоит на видео слева. Теперь берем небольшую тарелочку, насыпаем в нее какао. Начинаем делать пирожные. Рукой отщипываем небольшой кусочек от теста и скатываем его в шарик. Просто катаем между ладоней и формируем пирожные. Пирожное может быть круглое, круглое может быть продолговатое. Мне больше нравятся круглые шарики. Согласитесь, они выглядят симпатичнее. Затем каждый шарик обваливаем в какао и складываем на тарелочку. Проделываем эти манипуляции со всем нашим тестом. Отщипываем, скатываем шарик, обваливаем в какао и складываем на тарелочку. Есть пока нельзя. Кстати, это достаточно быстрое занятие, но все тесто у меня ушло примерно минут 15. Ну, так как мы снимали видео, это делалось чуть дольше, но вообще, если готовить пирожное, это готовится все очень быстро, особенно если позвать на помощь детей или мужа. Теперь берем нашу тарелку с пирожными, посмотрите, какие они красивые, и убираем в холодильник. Там они должны полежать примерно час, можно дольше. Они охладятся и будут хорошо держать форму. Вот такие получаются готовые пирожные картошечки. Теперь можно пробовать. Боже, как это вкусно! Это тот самый вкус из детства, этих магазинов прекрасных пирожных, но таких сейчас уже не найти. Поэтому мы будем готовить их дома. Посмотрите, как пирожные выглядят в разрезе. И тут я вижу, что за пирожным потянулась рука. Приятного вам аппетита!